Привет-привет, с вами Лилия Донскова, и вы на моем канале, и я очень рада вас всех видеть. Сегодня я вам покажу несколько новинок из каталога номер 5, который у нас уже начнется буквально скоро-скоро, с 1 апреля. Кстати, замечательный день юмора и смеха. Не забудьте с кем-нибудь пошутить. Ну и обязательно сделайте для себя классные суперские покупки, которые вам пригодятся этим летом. И я начну с одной из долгожданных продуктов, это очки. Кстати, они придут вот в таком мешочке. Очки по акции. Чтобы их заказать по супер скидке, нужно разместить из каталога заказ на 990 рублей. А тут же будет у нас специальная салфеточка для того, чтобы протереть стекла. И вот они, чудесные очки. У нас будет два варианта, мужской и женский. И я вам покажу женский вариант. Я даже не просто их вам покажу, я их померяю. Вы посмотрите, какие они просто чудесные. Так, поближе показываю. Необычная форма. Кстати, я так давно искала именно такую форму. Итак, одеваю. И мне кажется, они мне очень идут, больше, чем все очки, которые я мерила до этого и покупала в Oriflame. Это самая чудесная форма. Надеюсь, я успею их заказать. И вы тоже, все, кому понравились. Удобные дужки. Сразу всегда отмечаю, чтобы дужки не были слишком тугими, потому что если они давят за ушами, начинает болеть голова. Очень важно, чтобы они удачно сели на переносицу, потому что если они будут давить переносицу, опять же будет дискомфорт, и нам будет нехорошо в них чувствуется. И важно, как они сидят еще на голове, потому что хоть это и считается не очень красиво и дурным тоном, все равно иногда бывает настолько удобно быстро очки нацепить себе на голову, как ободок, когда нет времени снимать их, доставать чехольчик, убирать сумочку, потом доставать из сумочки, из чехольчика опять одевать на себя. Поэтому я их периодически ношу вот таким образом, но не все очки хорошо сидят в виде ободка. Но эти, в принципе, достаточно прилично и хорошо сидят, то есть они не падают, не скатываются. То есть все супер. Потом сняли, поправили челку, одели очки и опять красотка. Все, хватит на себя любоваться. Мне, конечно, они очень понравились. Надеюсь, вам тоже. Следующая новинка долгожданная – это два стика. Стик – это переводится как палочка. Палочка-выручалочка. Сейчас попробую как открыть. И серия Giordani радует нас несказанно. Ну, вот открыть не могу. Коробочки так запечатаны. Отдаю Мише одну открывать. Одну сама. Работаем в команде оперативно. О, у меня получилось. И начиная с того, который удалось открыть в первую очередь. Итак, Giordani стик, рассматриваю, как устроен. Держу его первый раз в руках. Так, как открывается, интересно. Ага, просто колпачок, просто снимается. И мне достался такой приятный светлый оттенок. Очень вкусно пахнет. Вкусный аромат, его просто хочется скушать. Напоминает аромат ванили, каких-то конфеток, пирожных. Ну, это прелесть. Итак, если мы говорим о палочке-выручалочке, то что это палочка, ага, начинаем, оп, волшебная палочка, еще одна прилетела, сразу тоже открою, посмотрим, какой здесь цвет. Ага, слушайте, а я на картинке он выглядит, в принципе, вообще иначе, бронзовый и розовый. Сейчас я их открою, скажу правильное название. Поэтому лучше всего рассмотреть вблизи, чтобы уже точно понимать, как это выглядит. Так, нашла. Значит, один у нас называется розовое золото. Первый – это розовое золото. Выкручу побольше, чтобы было хорошо видно. А второй называется бронзовое сияние. Да, но это действительно цвет бронзы. Но на картинке на него больше падает свет, и кажется, он более такой, как золотистый. Ну, сейчас мы его рассмотрим. Все-таки на коже я его нанесу. И посмотрю, как это будет на коже. Ух ты! Да, очень красивый бронзовый цвет и очень легкое нанесение. То есть я прямо прикасаюсь, и он сразу очень хорошо ложится. А так как это волшебная палочка, как мы можем пользоваться? Во-первых, он очень классно подойдет нам для коррекции лица. То есть мы наносим на, например, на скулы, можно нанести на какую зону еще? Вот если лоб широкий, да, на лоб. Надо попробовать. Концов, можем же мы с вами пробовать что-то как-то. Можно носить в качестве теней. Поближе зеркало поставлю. Он дает такое приятное свечение.
Знаете, я буду на одной стороне пробовать один цвет, на другой стороне другой цвет, чтобы нам все с вами попробовать. Так. Так, вот такой вот он красивый, прям вам поближе покажу на руке. И сразу буду пробовать на себе. Куда можно носить стик? Стик как просто прекрасная основа для теней. Или дополнить макияж. Я, например, сюда нанесу под бровь. И сразу такое появилось свечение красивое. Потом можно нанести на, например, вот сюда вот на скулу. Попробуем пальчиками растушевать. Да, он хорошо так тушуется. Так. Можно нанести на губы, но губы у меня накрашены уже, и попробовать никак не получится. Но я думаю, что цвет будет, ну, прям вот красивый. Особенно если лицо подзагорит, а я думаю, все равно с вами все подзагорим немножечко летом, будет очень красиво смотреться. И второй цвет – это розовое свечение. Пробую его рядышком, чтобы вы тоже хорошо рассмотрели. У него такой персиковый оттенок, такой нежный-нежный, такой красивый. Давайте его попробуем на другой стороне. Также возьму другим пальчиком. Они такие красивенькие, я даже теперь не знаю, какой выбрать себе. Оба! Миша показывает вот так. Значит, не будем себе отказывать. Просто я думаю, что их так надолго хватит. Смотрите, какой объем. А, ну не очень большой, кстати. Ну толстенький карандаш, очень толстый. И попробуем на щечке. Кстати, его можно вот тут вот сверху как румяна использовать уже. У него такой цвет приятный. То есть этот мы используем как корректор. А здесь мы будем использовать как румяна. Вот, вот так вот мне очень нравится. Главное не залезть слишком высоко, то есть вот за границу вот эту вот, куда мы наносим легкий оттенок. Ух ты, как красивенько. Вот это мне очень нравится. Вот что нам, девочкам, надо, да? Вот просто какие-то вкусные румяна, вкусные помады, тени разноцветные, туши цветные. И все, и мы счастливые, сразу личико засияло, настроение на 100%, несмотря что за окном такая непонятная погода, то дождь, то снег у нас идет, никак не стабилизируется. Вот у меня настроение сейчас просто классное становится. Хотя это еще даже просто пробники. Смотрите, вот тут очень красиво. Здесь один цвет, а здесь два. Нижний, более темный я использовала, а сверху немножко розового. Да, их нужно брать сразу два. Надеюсь, я их закажу, и все будет у меня. А как они пахнут! Оу! Это просто... Главное их не съесть. Так, убираем. Еще раз покажу вам на руке, чтобы было хорошо видно, как на Андристана. Какой цвет. Ну и на щечках вы у меня посмотрели. Прям хорошо. Ух ты! И под бровкой. Можно вообще как тени проложить. Еще и губки такие же. То есть эта палочка-выручалочка для тех особенно будет классно, кто любит путешествовать, кто любит с собой возить минимум. То есть взять одно что-то или два. И это будет и тени, и помада, и румяна, и коррекция. То есть надо брать, девочки. Все, убираем. Следующий. И следующий продукт, который мы с вами посмотрим, это чудесная коробочка. С одной стороны бантик, великолепный сиреневый, с другой стороны здесь у нас такая заставочка, то есть написано Oriflame Woman и сердечко. И вся коробочка такая цветная, красивенькая, так все расписано. Уж я-то как художник знаю, насколько это непросто нарисовать такую красоту. Вот эти ботанические иллюстрации, это просто шедевр. Как мы раскрываем коробочку? Кстати, это моя вторая попытка. Первый раз я очень долго с ней провозилась. Мне было так интересно, что же в этой коробочке. Развязали бантик и аккуратненько начинаем извлекать вот эти ушки из отверстий, и потом вынимаем ленточку и просто, как из чемоданчика, достаем сверточек. То есть у нас эта коробочка вот открывается как чемоданчик, не нужно ее всю распаковывать, можно просто отсюда достать, потом обратно все убрать. И в этой коробочке такой сверточек, мы его открываем, а тут чудо!
Бантиковое чудо. Очень красивое. Какие изделия потрясающие. Что у нас входит в эту коллекцию? Колечко. Я сразу его нацепила, как только достала. Оно такое красивое, с бантиком. И я сказала такую фразу: я бы замуж, если выходила, такое кольцо бы одела. Оно не золотое, конечно, смотрится очень красиво. И изделием я сразу рассматриваю на качество, чтобы вот не было каких-то вот лишних деталек, чтобы оно было красиво сделано. Хорошая, классная работа. Две сережки-гвоздики. Гвоздики тоже бантиками. Сейчас я их открою. Двойная застежка. Что такое двойная? У нас есть пластиковая застежка и есть такая же золотистая, металлическая. И вот такой малюсенький гвоздик. Просто прелесть. Но мне кажется, все-таки это такой девичий комплект идет. У меня тут зеркало. Посмотрю. Если вот эту сережку убрать. О, они такие миленькие. Очень красиво. И еще есть ожерелье на цепочке. Такое обычное плетение, цепочка. Тоненькая, изящная, девичья такая. И маленький такой кулончик. Сейчас я посмотрю, как его сделать. Ага, вот так. Вот он будет красивый, я вам покажу, на черном как раз видно хорошо. И он прям под шейку, то есть у него небольшой разбег такой, чтобы размахнуться куда-то. Сейчас посмотрю, запас есть. Ага, вот так, а самый минимальный вот такой вот, такое расстояние. То есть чуть ниже еремной ямочки получается. Классно. То есть пока вы думаете, да, скоро наступят выпускные баллы. Берите своим доченькам, это будет очень красивое дополнение к любому наряду. А колечко чем удобно, то что оно регулируется. И можно сделать его чуть больше, чуть меньше. Ой, оно мне очень нравится. Останусь пока в этом колечке. Дальше. Два продукта у нас еще остались из следующего каталога. Это средство для душа. То есть это продукт, который помогает нам классно искупаться и отшелушивать кожу более тщательно. Давайте начнем с рукавички. Во-первых, у этой рукавицы, в отличие от прошлых изделий, которые у нас были в каталоге, тоже рукавички, они были намного тоньше. Эта рукавичка такая пухленькая, прям толстенькая-толстенькая. У нее очень красивый цвет, ярко-сочно-желтый такой. И она приличная по размеру, то есть найдет на любую руку, на любой размер руки, то есть если рука прям побольше, она хорошо растягивается. Я вам рекомендую сразу брать две рукавички, потому что я сейчас пользуюсь двумя, одеваю сразу их одновременно, выдавливаю гель или скрабы немножко и работаю сразу двумя руками. То есть это удобнее и в большее количество мест можно достать. Раньше как было, когда у меня была одна рукавичка, сначала одну я тру, потом снимаю, одеваю на другую руку, начинаю в других местах тереть. Когда вы работаете сразу двумя руками, кайфа намного больше. Вот просто я вам свои ощущения скажу, что мне намного больше нравится сразу двумя рукавичками. Это супер. Возьму сразу две. И еще вам рекомендую купаться или просить кого-то, чтобы вам спинку потерли. Потереть ручки и потереть спинку, правильно говорю? Так, и следующий необычный продукт — это мочалочка из натурального материала. Он называется люф, из люфа. Она такая необычная. Она очень жесткая, но когда вы ее намочите, она станет мягкая. У нее также можно ее намылить или нанести гель, искупаться, хорошо промыть и за специальный такой вот крючочек, на крючок повесить за эту веревочку, чтобы она высохла, все с ней стекло, и когда она высохнет, она опять станет такая же жесткая. Вот, это нормально, это классно, натуральная продукция. Главное, не забудьте ее где-то в пакетике или не закрывайте на полках, где не поступает воздух. Она должна хорошо просохнуть, как и варежка. Вот такие вот два классных продукта, которые я тоже хочу заказать. Но варежки точно закажу. И маленький сюрприз. Пока этого нет в каталоге, но будет в ближайших каталогах или, возможно, в каталоге Премьер Клуб. Это будет наш с вами полюбившийся крем для ног. Большой объем XXL, это 150 мл. Очень классный
крем. Я такой, кстати, себе брала и скраб, и крем, и осталась им довольна. Хорошо смягчает ножки, ухаживает за ними. А так как у нас приближается лето и сезон открытой обуви, особенно тщательно нужно следить за своими ногами. И еще один сюрприз нас ждет с вами, вот такая сумка-рюкзак. Можно сказать, сумка-шоппер. Но пока ее нигде не видела в каталогах, но заранее вам покажу. То есть такое большое достаточно пространство, можно ведро картошки сюда загрузить. Закрывается на молнию. Внутри тоже большое пространство. Есть один карман на замке. Там особо смотреть нечего. Ну, один кармашек на замке и все. И есть еще вот такой ремешок, который вы при желании можете просто закрепить с двух сторон и носить через плечо эту сумку, а можете еще закрепить с двух сторон внизу. И тогда это будет у вас рюкзак. То есть, если вы закрепите, ну, отстегнете от боковых, переставите на среднюю петлю и на нижние две, у вас получатся лямочки для рюкзака, и вы сможете носить это как огромный такой пухлый рюкзак. Вот, ну, вот и все, в общем-то. Все показала, все расхвалила вам. Желаю всем вкусных, классных покупок. Надеюсь, вам это видео полезное. И в этом каталоге вы себя побалуете обязательно какими-то классными штучками, новинками. И порадуйте своих близких. Если у вас есть какие-то вопросы, как обычно, пишите под видео в комментариях. Если видео полезное, с вас лайк. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. И за кадром наш режиссер, оператор, постановщик и монтажник. Монтажник, правильно? Скромный Михаил. Давайте его тоже поблагодарим за классное видео, которое он с такой любовью снимает и монтирует. И до новых встреч. Пока-пока.